Всем привет, с вами Артур, и сегодня трудный ремонт. Сегодня у меня в ремонте Mercedes CLS. Итак, ремонт задней части. Хозяин немного разобрал и пригнал ко мне машину. Правое заднее крыло, задняя панель, крышка багажника и корыто будут заменены. Левое заднее крыло подровняю. Перед автомобилем целый. Итак, машину установил на стенд и ремонт начинается. Делаю первые измерения. После измерения я вытягиваю весь поврежденный металл, насколько это возможно. Итак, вытяжку я закончил, и теперь я удаляю весь поврежденный металл, кроме правого лонжерона.
Итак, я удалил весь поврежденный металл и снял один из зажимов. И теперь вытягиваю правый лонжерон. После вытяжки зазоры стали более-менее ровными. Подвеска снята, я измеряю высоту лонжеронов, ну а также все остальные размеры. После чего выясняю, что передняя часть лонжерона поднята на 1 см вверх, а расстояние между креплением подрамника на 1.5 сантиметра короче. Да и под сиденьем есть вмятина. Пробую это дело вытянуть. Вытянуть не вышло, и мне бы придется удалить часть лонжерона, что я и сделал. Теперь видны все внутренние повреждения лонжерона. И теперь я вытягиваю и равняю его, а затем свариваю все обратно. Работа с этой частью лонжерона закончена. Теперь я удаляю весь оставшийся поврежденный металл.
Это донорская часть. Возьму с нее только то, что мне надо. Ну и теперь я имею детальки для замены. Теперь привариваю часть правого лонжерона по лазерному уровню. I messed it up and there you go. There you go walking out that door. Кусочек правого лонжерона приварен, стоит прекрасненько. И теперь я устанавливаю и затем привариваю заднюю панель вместе с корытом. Устанавливаю заднее крыло и выравниваю места соединений. В этом месте зазор немного неровный, подтяну. Устанавливаю крышку багажника, проверяю зазоры и затем привариваю заднее крыло.
Сварочные работы закончены, сварочные швы заливаю оловом. Работы с металлом закончены, зазоры в порядке, все прекрасно. Устанавливаю фонари и бампер. Отдаю машину хозяину. Машина была покрашена, собрана, подвеска сделана тоже. А теперь конечный результат. На работу с металлом ушло 9 дней. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!